В этот день, 2 ноября, свой день рождения празднуют известная советская и российская актриса театра и кино, мастер дубляжа Наталья Гурзо. Сегодня ей исполнилось 73 года. Российской актрисе Екатерине Дубакиной сегодня исполняется 31 год. 45 лет сегодня исполняется российской актрисе театра и кино Елене Захаровой. 39 лет сегодня исполнилось российской фигуристке Татьяне Татьмяниной. Актеру Алексею Шевченкову сегодня исполнилось 46 лет. Также в этот день родился актер Сергей Николаев. Он ушел из жизни 16 мая 2016 года. Ему было 69 лет.